Всем привет! Меня зовут Мила Наумова, и я хочу в этом видео показать приемы, которые мы изучаем в курсе акварель для начинающих. В этом видео не все приемы, но кое-какие я смогу вам показать. Например, для заливки неба я использую прием растяжка цвета. Это когда цвет переходит плавно от одного цвета к другому. Или он может точно так же плавно переходить по тону, то есть это светлого тона к темному. Для облаков я использую прием вкапывания. Это особый прием, который позволяет изменить цвет уже нанесенной краски. И прием вытягивания для осветления светлых участков облаков. Также прием вкапывания я использую для маленьких облачков на горизонте. Прием воздушная перспектива. Этот прием нужно объяснять. Я его не смогу объяснить за несколько минут, как он делается. Но суть приема в том, что то, что далеко, должно казаться, что оно далеко, а то, что близко, должно казаться на рисунке близко. Несмотря на то, что рисунок – это двухмерное пространство, с помощью приемов воздушной перспективы мы создаем трехмерное пространство на плоском листке бумаги. И этот визуальный эффект помогает зрителям почувствовать глубину, пространство, даль, воздух в картинах. Вот. И один из самых основных приемов для нанесения домов, вот в данном случае пристани и людей, деревьев, этот прием называется силуэтная заливка. Она может быть одноцветная, может быть однотонная, может быть многоцветная, может быть с переходами тона, чтобы показать объем. И я ее использую как раз вот для нанесения рыбаков и пристани. Вот такие приемы я использовала в этом видео, и я приглашаю вас на мой курс акварель для начинающих. А если вы уже прошли курс акварель для начинающих, то с удовольствием приглашаю вас на курс «Недосказанность в акварели», где мы будем изучать более тонкие и более сложные приемы, чем в курсе акварель для начинающих. До встречи на курсах! Это была Мила Наумова.